Вся школа встречала героев дня. Они – самые старшие ученики, хотя все уроки позади, а впереди серьезные испытания, экзамены. Но в этот день думать об этом не хочется. Этот праздник 11-классники Видновской школы номер 6 подготовили сами в благодарность тем, кто все годы учебы шел с ними рядом или чуть-чуть впереди. С 5 класса старшим товарищем, а возможно и второй мамой, для них стала Ольга Игоревна Лырщикова. Веселые, активные, но не всегда с ними было просто, говорит учитель. Их и мало, но каждый с характером. У всех свое мироощущение, мировоззрение. И трудно иногда было их вместе с собой соединять, примерять. Поздравить выпускников с этим важным для них днем пришли официальные гости. Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования Галина Стрешнева пожелала всем достойно сдать экзамены и пригласила ребят от имени главы района на областной выпускной праздник. В этот день у всех выпускников есть возможность собраться вместе и почувствовать себя частью единого и любимого нами Подмосковья. Добрые слова напутствия сказала и директор школы Ирина Протасова, для которой этот выпуск особенный. Ведь в 6-ю школу директором она была назначена ровно 11 лет назад. В этой жизни я хочу вам пожелать только самого хорошего, доброго, честного, чистого. Потому что, ребята, в нашей жизни бывает все. Но уметь понять, простить, принять – этого очень большое качество человека, оно очень ценится. В сценках из школьной жизни ребята рассказывали о том, как прошли их школьные годы. В серьезном труде, с успехами и неудачами, но в целом очень интересно. Так, отныне я ваша мама и папа. Теперь вы будете подчиняться только мне. О, хорошо, тогда дай денег. В выпускном классе всего 11 учеников, из которых только 3 девочки. Проводя вместе большую часть времени, ребята сдружились, стали единой командой. Многие даже решили поступать в один вуз. Мы не расстаемся, мы все поступаем в одно место. Сразу все? Прям сразу все. Куда? В таможенную академию. Наверное, поэтому и не было свойственных подобным мероприятиям слез. Хотя... Мы уже поплакали. Вот. Я просто не хочу осознавать, что я ухожу из школы, потому что если я сейчас это осознаю, я буду плакать. Впереди еще множество испытаний на аттестат зрелости, на верность в дружбе и любви. Но рядом с ними шли и будут идти те, кто всегда поможет и подскажет. Родители. Надеюсь, что все у нее в жизни сложится так, как хочет она. Ну а мы родители что? Мы по мере своих сил, что сможем, тем поможем своим детям. Последний звонок прозвенел, оставляя в прошлом детство, которое, как воздушные шары, улетевшие в небо, уже невозможно догнать. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.